Хорошая работа. Это работа, на которую ты идешь с удовольствием. И самое главное, возвращаешься с нее тоже с удовольствием. Я увидела новую специальность Public Relations. Поняла, что вот именно это мне и нужно. Я стараюсь любое дело доводить до конца. Хорошо. Если берешься за какое-то дело, надо его доделать. Ты не должен бояться. Ты не должен бояться крови, ты не должен бояться людей.